Простите, я вас не увидел. Да ничего страшного. Я сама виновата. С вами точно все хорошо? Вы не ушиблись? Да, все нормально. Дайте я посмотрю, я врач. Да нет, не нужно. Это, знаете, не меньше из моих сегодняшних бед. Что с вами случилось? Может, я смогу вам помочь? Меня украли сумку. Там был паспорт, телефон, кошелек. Я пытаюсь его догнать, конечно же, у меня не получилось, и этот день какой-то сумасшедший. Мне негде остановиться, и сейчас, если обратиться в полицию, это затянется на всю ночь до утра. Как вас зовут? Надя. Надежда умирает последней. Вы можете переночевать у меня. С утра пойдем в полицию. Тем более, сейчас опасно ходить по улицам. Они до сих пор его так и не поймали. Кого его? Не переживайте, со мной в безопасности. Пойдемте, я живу недалеко от города. Хорошо. Постой, ты все не так поняла. Отпусти меня, чертов психопат, иначе я тебя зарежу. Успокойся, я не причиню тебе вреда. Это человек-убийца. Его разыскивает полиция. Он убил мою дочь. Это что, самосуд? И что? Откуда ты знаешь, что он убил твою дочь? Я поймал его во время того, как он пытался изнасиловать девушку. По-твоему, я должен был оставить его? Позвони в полицию. Я не знаю, ты совершаешь огромную ошибку. И что дальше? Через какое-то время его отпустят. Нет, нет, я этого не позволю. Да, а что? Если ты убьешь его, это не вернет твою дочь, это не принесет тебе облегчения, это ничего не изменит, ты только будешь жалеть об этом. Я не собираюсь его сразу убивать. Он должен почувствовать всю боль, которую причинил мне. Я не думаю, что твоя дочь хотела бы этого. Не смей говорить про мою дочь.